Во Владивостоке разрешилась проблема жителей Садгорода с правами на земельные участки. Напомним, в марте этого года граждане получили исковые заявления от Министерства обороны об аннулировании прав собственности на земельные участки на основании документов 1932 года. После придания огласки в ситуацию вмешался глава региона Олег Кожемяка и лично встретился с жителями пригородной территории. Сегодня губернатор сообщил, что ситуация разрешилась окончательно. Министерство Российской Федерации подписало приказ о передаче земель администрации Владивостока. После обращения жителей по поводу представления им распоряжения выселения, мы собирались, обращались в Министерство обороны, работали с департаментом имущественных отношений. И сейчас вопрос порешался, поэтому все опасения сняты. Я хочу поблагодарить Министерство обороны за такую консолидированную работу с правительством, с жителями, вот, за то, что учли, взяли во внимание обращение.